Вы в одном из недавних интервью говорили, что жанр, ну, я говорю про рок-музыку, он агонизирует. Вы имели в виду, российский рок агонизирует или в целом рок-музыка в глобальном масштабе? Не, я про нашу рок-музыку говорил, потому что то, что для Запада долгие годы, для нас есть миг. Вот, и этот миг рок-музыка прожила со своими взлетами и падениями, и сейчас уже то, что, на мой взгляд, останется, это просто песня. А значение и мнение, которое раньше рокеры выражали свое, надо уже передать рэперам, потому что они более молодые, более свежие, более агрессивные, более амбициозные, пусть они это дело делают. Рэп – это музыка? Да, это, безусловно, это музыка, ритмизированная поэзия, и на этом поле встречаются очень интересные персонажи. И у нас тоже? А? Например, у нас. Вы можете примеры привести? Нет, я именно про наш рэп говорю, так. Потому что, ну, в первую очередь для меня это группа 2517. Естественно, с которым вы вместе сотрудничаете. Да, сибиряки, да. Мы сотрудничаем, что-то уже удалось сделать, и я очень горд и рад за них, потому что с нуля приехали в Москву и в непростое время добились того, о чем многие только могут мечтать. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».